Итак, гипотеза потока бытия. Я уже начинал об этом говорить на звуке, что поток бытия состоит из процессов движения материи и сознания. Что такое поток бытия? Это движение материи и сознания. Движение – это энергия, сила и воля потока бытия. Когда она становится волей? Когда она перестает быть механической, да? Когда она становится результатом сознания. То есть, когда сознание – это уже воля, а пока до этих пор – это только энергия, движущая сила. Потому что и без сознания Вселенная раздвигается, ну и так далее, да? Дальше. Движение материи происходит путем инвальвации, материализации, эвальвации, дематериализации. Это движение материи. О чем речь идет? Когда, например, вы воплощаетесь, вы материализуетесь, да? Вы воплощаетесь в яйцеклетку, одна клетка, да? А потом вы материализуетесь, то есть материя увеличивается. Это называется инвальвация. Понятно, да? Когда материи становится все больше. Ведь вначале одна клетка содержала все, правда? Весь потенциал. А потом она стала разрастаться и дифференцироваться. То есть все больше и больше представлено. То есть в каком-то смысле огрубляться, да? То есть в одной клетке все или там целое это. Это называется инвальвация. Эвальвация – это обратный процесс, дематериализация. Например, когда вы реализуете состояние органическое и потом энергетическое, есть такие формы, вот сейчас, благодаря интернету, интересные такие факты, когда человек, реализовавший духовный путь, он уменьшается в размере или вообще исчезает, да? О чем это говорит? Это называется эвальвация, то есть материя растворяется, как бы. Понятно, да? Или нет? Понятно. Теперь, движение сознания происходит путем инволюции, то есть актуализации пассивного сознания в материи, и эволюции, активизации сознания, приводящей к самоосознанию. И, наконец, поток бытия имеет законы природы, то есть материи, и законы жизни, то есть сознания.